Три, два, раз! Мы, ребята, просто класс! За звание самой спортивной семьи сегодня поборолись ученики 21-й школы и их родители. Эстафеты, прыжки на скакалке, игры с мячом и перетягивание каната. Участникам пришлось столкнуться с испытаниями на силу, ловкость и выносливость. А между командами и участниками завязалась нешуточная борьба соперничества. Со спортом дружим! Новогодние каникулы в нашей школе проводятся разнообразные мероприятия. В утреннее время это, конечно же, веселые старты. Мама, папа и я – спортивная семья. Каждый день мы приглашаем определенную возрастную категорию – дети плюс родители. Это еще одна возможность родителей провести праздничное время совместно с детьми в активном отдыхе. Далее после обеда мы выходим либо на каток, либо на лыжные гонки, либо посещаем культурно-массовые мероприятия города. Также устраиваем всевозможные викторины. Это опять-таки возможность выходные родителей еще больше пообщаться со своими любимыми детьми. Я приглашаю всех жителей участвовать в этих мероприятиях, которые в этом году организованы в нашем городе. Здоровья всем и приятных минут общения! Три команды, в каждой по несколько взрослых и ребят. Силы равные, а вот дух победы и желание вырваться вперед у всех разные. Эмоции зашкаливают. Семья Шевченко со спортом знакома давно. Папа в прошлом баскетболист, сын Тимофей занимается волейболом. Для них такое времяпрепровождение в радость. И время на совместный отдых выкроили, и после праздничных посиделок размялись. Отлично, нам все очень нравится. Нужно таких? Обязательно, почаще. Дети. С 1 января. Со второго. Очень нравится. Дети молодцы. Спасибо, бегают, прыгают, стараются. Такого же мнения и другие участники эстафеты. Все с большим интересом участвуют в каждом испытании и искренне мечтают стать победителями. Ой, отличное мероприятие. Нам очень понравилось, заряжает бодростью, энергией. Мы вот всей семьей собрались, и нам очень нравится, да, девочки? Мне нравится, все хорошо, все бегают, стараются, чтобы первое место только были. Как итог, победила дружба. Ведь все знают, что в таких мероприятиях главное – участие. Ну а пока одни семьи соревновались в спорте, другие весело проводили время на ледовых городках, катаясь на горках. С детьми вот приехали мы с района, приехали в Салаватский драмтеатр на премьеру. Не премьеру, но на спектакль детский. Очень довольны, очень радостны. Спасибо всех с наступившим Новым годом и с Рождеством. Замечательно. Только что посмотрели фильм, да? Угу. Какой? Детский фильм посмотрели. Все замечательно. С внучкой вышли на горку. Гуляем, вот, катаемся, отдыхаем. Пока в садике каникулы, так что ходим, играемся. И катаемся на горке. Праздник очень хорошо проходит. Спасибо. Администрацию так красивую елочку поставили. Молодцы. Вот так и отдыхаем с внучками. Светлана Халитова, Никита Черепанов, телекомпания «Салават».